А где мальчик? Я к тебе повернулся, поворачиваюсь, его нету. Ребята, смотрите. Злобная тетка какая-то стоит. Так, ладно. Бум. В унитаз, ребята, бумага улетела. Вы видели? Фух, я испугался, ребята, это... Друзья, у нас сегодня игра My Town, уличное веселье. Мы с Иришкой в такую игру не дали, нам ее выслали, чтобы мы посмотрели, что это такая за прикольная игра. Мы уже видим, что есть здесь какие-то зубки, какая-то кафешка и целая семья. Какие у них имена, мы пока не знаем, либо мы прочитаем, да? Да. Либо что сделаем, сами придумаем? Да. Либо сами придумаем. Аришка, ну что сидим, отправляемся? Отправляемся. Хорошие денечки? С каналом... Папа и дочки. О, смотрите, у нас есть город. Так, здесь домики. Но, как я понимаю, надо вызвать каких-нибудь персонажей. Аришка, кого мы вызовем? Давай вон ту вот девочку. Какую? Вот эту? Которая из коричневой. Вот это? Да. Так, девочку вот эту вызываем. Еще. Вот она пришла, смотрите. Зеленая футболочка. Давай еще. А у нее есть имя? Там у нее эмоции есть, ребята. Можно вызвать эмоции. Это потом сделаем. Давай имя ей придумаем. Давай. Как? Аришка. Давай Лиза. Лиза, хорошо. Девочка Лиза, мальчик и девочка Лиза. И мальчика мы вызовем. Вот этого мальчика. Мальчик Славик. Славик будет. Мальчик Славик и девочка Лиза. Итак, мы можем исследовать этот город, друзья. Пойдем пока сходим туда. Так-то пошла. Дальше пошел. Они вместе, а сразу вместе их можно взять? О, смотри, дерево дотронулся, и тут что-то происходит. Чувачок, а ты можешь что-нибудь в дереве сделать? У него эмоции тоже. Давайте ему просто улыбочку сделаем. Чик. Вот такую. Аришка, а ты какую эмоцию здесь воткнул? А давай вот такой. Какую? Вот такую? Давай сейчас. О, вот такую. Вот такие, значит, они у нас веселые. Вау, смотрите. Ух ты, я денежки нашла. Точно, тебе так повезло. Собирай себе денежки. Раз денежка, два денежка. Ребята, представляете, они нашли денежки. Давайте-ка наш мальчик тоже достанет денег. Ой, на мотороллер сел. О, можно свет включать у мотороллера. Прикольно. Сейчас, давай из банкомата денежки достанем. Давай. А где мальчик? Я к тебе повернулся, поворачиваюсь, его нету. А, он покататься уехал, друзья. Ну-ка, слезь, иди к банкомату. Так, о, пин-код вводим. Так. $20, друзья, $20, смотрите. Вау, еще давай. Были бы настоящие такие банкоматы, да? Подходишь, хоп, выдают по $20. Все, пойдемте дальше по путешествиям. Что там? Вот так, так, так. 20 плюс 20 равно 40. Правильно, у каждого по $40. Так, а 40 плюс 40 сколько? $80. Молодец, Аришка. Так, смотри, здесь вот книжный магазин. Здесь магазин китайских товаров. Что? Ты знаешь, что я там заметила, то, что какие-то пшикалки есть? Пшикалки? Сейчас глянем. Вот! А, это, видимо, рисовать на стенах. Но мы чуть попозже нарисуем. Давайте до конца дойдем карты. Ребята, смотрите, злобная тетка какая-то стоит. Аришка, как ты думаешь, что она тут встала? Наверное, просто. Охраняет что-то красное. Да. Как ты думаешь, что это такое красное? Дверь. Куда? В который нельзя входить. Наверное, это Ариша, это туалет. Ребята, наверное, тетя не может попасть в туалет. Давайте ей поможем. Так, отходи в стороночку. Открываем туалет. Заходи, заходи, закрываем. О-о-о. Ребята, слышите, смывает. Да. Открываем. О, довольная, ребята, довольная тетенька сидит. Вот, туалетные бумаги. Может, о, надо тебе туалетную бумагу. Какая-то еще штука там. Ладно, закрываем дверь. Все, смотрите, мы сделали тетеньку довольной. Папа, а теперь что? А зачем ты на улицу бросил туалетную бумагу? А что, обратно засунуть ее? Так, ладно. Бум. В унитаз, ребята, бумага улетела. Вы видели? Ну-ка, сейчас закроем дверь. Откроем, и там новая, да? Закроем, откроем. А здесь? А здесь есть. Ну-ка. Ой, мимо. А ну-ка. Не люблю в унитаз.
Теперь придет кто-нибудь в туалет, а бумаги нету. Да. Папа с дочкой нечаянно ее истратили. Ладно, пойдем порисуем на стенах. Так, ребята, давайте деньги куда-нибудь деньте. На пол, да, пускай кто-нибудь другой подберет. Бэнс, бэнс. Бабушка там. Да, бабушка, забирай денежки, а мы пойдем рисовать на стенах. Да, нам не нужны денежки. Да, в этой игре нам пока не нужны денежки. Какой баллончик дать нашей Лизе, да? Да, розовый. У Лизы будет это розовый. Фиолетовый баллончик. А у Славика будет синенький баллончик. Итак, папа, давай посмотрим, что они нарисуют. Так, Лиза начинает мне рисовать. Мне нужен розовый. А где розовый? А, вон с той стороны. Ребята, я перепутала. Ой. Еще что-то там я уронил. Я его уронил. Какой кошмар. Давайте рисуем, ребята, и здесь. О, смотрите, какая-то надпись. Сейчас мы все узнаем. Так, давай, Славик, ты рисуй. Славик рисует у нас. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Розовый надпись. Давай сейчас, но розовый. А, то есть можно перекрашивать. Прикольно. Так-так-так-так, давай до конца полностью. Разукрашиваем, разукрашиваем, разукрашиваем. Главное, чтобы никто не написано заметил. Love. Любовь, короче, написано, наверное, у Славика и у Лизы. Но они еще маленькие, поэтому просто у них дружба. Чик-чик-чик-чик-чик. Вроде все дорисовали, нет? Так, сейчас еще вот это, вот это, вот это. Так, вроде бы все. Так, а теперь для... Не понял? А, я думал, можно ее еще нарисовать. Нет, нельзя. Буковку Е зарисуем голубеньким цветом. Посмотрим, что будет. Так... Так, 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 так. А у него вообще другая надпись. Давай посмотрим, ребята. Короче, здесь другая надпись. Ух тышки. Кул. Классно, короче, говорит. А давай посмотрим другим баллончиком. Давай. Желтым, желтым. А потом фиолетовый. Здесь новая надпись. Ага, ребята. А хотите узнать, что здесь за надпись? Давайте наберем 500 лайков, и мы в следующей серии обязательно испытаем другие баллончики, узнаем, какие там надписи. А мы пока пошли к зубному, пошли. Да. К зубному врачу. Так, Лиза, вперед. Сейчас, заходим, заходим. Вот, Лиза. Зубной врач. Лиз. А где она, собственно? Давай. Лиза. Надо ее вытащить, так. Лиза. Заходи, заходи. Приветик, приветик, Лизочка. Заходи, заходи к зубному врачу. Это выход. О-о-о, смотрите, ребята, на экране показан зуб. Так, клавиатура чистит зубы. Отлично, рыбка с ней. Можно что-то сделать? Ну-ка, да. Она убегает. Достать ее нельзя. Челюсти. О, челюсти. Хрум-хрум-хрум. Так, отключить время. Принтер, напечатай фотографию. Так, альбом. О, можно поменять месяц. В мусорку. Давай все в мусорку. Все, в мусорку. Давай, трубку. В мусорку. В мусорку. О, выкинули. Есть. Челюсть. Челюсть. В мусорку. Старая челюсть. Старая. Часы не выкидываются. Компьютер нет. Кактус. Кактус, да, в мусорку. Ребята, мы тут порядок наводим. Книжку. Листик из книжки выкинули. Так, еще листик. Еще выкинули. Ладно. Рыбку нельзя выкинуть. Хорошо. Так, я... Что? Новая появилась. Рыбка? Или да кто? Нет, кроме... Смотри, кнопочка. Ух ты, чек какой-то вылез. Ой, один. Все новое появляется. То, что мы выбросили. Челюсть появилась. О, это уже новая, ребята, новая челюсть. Ладно, пойдемте поспросим, как дела. Наша Лиза подходит, спрашивает, как дела у чувачка. Как дела? Мне так грустно. Мне сейчас вырвут мой передний зуб. Да здесь не больно вырывают. Конечно, не больно, я знаю, поэтому я сюда и пришел. Но представляешь, как я буду ходить по улице, улыбаться, и у меня не будет одного зуба. Ну это не проблема, тебе здесь новые вставят. Вот, вот, ребята, сейчас пойдем лечить зуб. Вот, стоматологический вот кабинет. Да. Вот, ребята, наш дяденька, который пришел, его сейчас будут лечить. А как его назовем? Дяденька, дядя Миша будет пускай. Давай. Фух, я испугался, ребята, это всего лишь зубы. Вот, у него проблемы с зубами. Папа, что? А давай я их сделаю нормальными. Давай мы сейчас вместе поработаем. Сначала возьмем крючочек, чтобы убрать зубной камень, ребята. Вот так вот чик-чик-чик-чик делаем. Зубной. Да, зубной камень убираем чик-чик-чик-чик-чик. Сейчас зачикаем чувачку. Вот. Вот, сверху убираем зубной камень. Отлично. Вот здесь зубной камень убираем.
Отлично. У него много зубных камней. Да, он очень плохо следит за зубами. Поэтому, ребята, обязательно чистите зубы утром и вечером. Да. Так, значит, лечим вот. Так, пломбочку поставили здесь теперь. Пломбочку поставили. Отлично. Как он говорил, надо будет вырывать. Давай почистим зубы. Так. Вот, смотри, чувачок, вот так надо чистить зубы. Миша. Чистить. Да, дядя Миша чистит зубы. Они, смотри, становятся чистенькими. Вот, отлично. Смотрите, сколько пены. Вообще прикольно получается. О, все, мы почистили. И теперь берем, вырываем плохие зубы. Бомс. Бумс. Бумс. Фух. Все, ребята, он доволен. Конечно, ему вставят новые зубки. Он пошел погулять. А давайте посмотрим, что в кабинете. Давайте, можно? О, смотрите, у него. Я всех укушу. Ам-ням-ням-ням. Зубной доктор тоже такой. Я всех ням-ням. Они же новые появятся, да? Здесь салфеточку можно взять. Вытрем ему лицо. Молодец. Молодец. Зубик с собой на память возьми. Вот. Стащил зубик, ребята. Он стащил на память себе зубик. Все, уходит. Так, наша Лиза отправляется на верхний этаж, как раз домой. Здесь, значит, папа, маленькая Лялечка, на кухне у нас мама находится и голодные дети. Вот они сидят. Давайте-ка их чем-нибудь накормим. Например, берем грушу. Не хочет есть. А ну-ка, ты будешь грушу? Не хочет есть. Так, ну-ка, чик-чик-чик. Так, мама, а ты будешь грушу? Да вы что все? Вот, кушай теперь. Кушай. Ням-ням-ням. Эмоции есть, а ням-ням-ням нету. Ну что такое, не хочет она кушать. О, давай посмотрим, что по телеку идет. Давай. О, нет ни одного канала. Да. Давай, видео включайте. Мультики. Мультики, видимо, позднее время. Да. О, диск стоит, наверное. Валяется, ладно. Смотри, у него почему-то в виде зубов подушки. Ребята, подушки в виде зубов. И собачка у них даже есть. Надо же, прикольно. О, папа, подрыгай ее. О, смотри, у нас собака деловая сидит. Папа, смотри, подрыгай ее. Подрыгал ты? Ну, вот так вот. Вот так вот, да, летает. Так, а можно ее на полку посадить? Нет, упала. А, вот сюда посадим. Все, пускай там сидит. О, перешли в спальню, ребята. Да. Смотрите, какая классная спальня. И фен. И опять челюсть здесь, смотрите. Ну, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Время можно поменять. Они теперь не знают, сколько времени, опоздают все на работу. Ну, мы с тобой тут и шалим. А давай бардак наведем. Давай. Та-там-бря-па-пам. Сейчас челюсть сюда сюда скинем, это сюда, так, салфеточки все накидаем. Вот, друзья, открою вам большой секрет. Вот сейчас я сделаю на полу. Книжки все. Сейчас я на полу сделаю такой бардак. Такой бардак сейчас сделаю. Кружечку, подушку. Подушку не берется. Вот эту штуку. Хорошо. Фен, сейчас. Вот это. А что ты расскажешь? Я сейчас расскажу секрет, Ариша. Про тебя секрет расскажу. Да-да-да. Да-да-да-да-да. И сейчас еще один момент. Сейчас найду еще что-нибудь еще бросить. Вот чизкейк, стаканчик вот здесь поставить. Вот, ребята, посмотрите на этот пол. Посмотрите. Вот так у Ариши каждый день у Ариши вот такая вот вечером. И что папа с мамой тебе все время говорят? Делать уборку, но я не хочу. Ну, Ариша не хочет. Ну, как так? Друзья, а вы делаете уборку? Напишите в комментариях, любите делать уборку или нет. Часто вы делаете вот такой бардак, как любит делать Аришка, или нет. Нам, в общем, очень интересно. Если хочешь получить сердечко от канала, ответь на задание. Да, ребята, мы сегодня баллончиками что-то рисовали. Какие-то надписи были. Одним баллончиком одна надпись, другим баллончиком другая надпись. Какие надписи мы сегодня нарисовали на стенке с Аришкой? Взяли, да, испачкали? Да. Пишите в комментариях, первые попадут в следующую серию, все получат сердечко от канала. Друзья, мы сегодня познакомились с Лизой и Славиком. Они погуляли в городе Майтаун, приключения на улице. Мы даже сходили к стоматологу и что там сделали? Полечили мальчику
его зубки. Дяденьки, дядя Миша. Да. Дядя Миша полечили зубики. А вы были сегодня с нами на канале. Папа и дочки Геймс. С вами сегодня были папа и я, дочка Аришка. Подписывайтесь на наш канал. С нами всегда весело и интересно. И советуйте нас своим друзьям. Хорошие денечки. С каналом папа и дочки. Всем пока.